Здравствуйте, друзья! С вами Василий, канал Деревенский Зоокомфорт. И я сегодня вам покажу, как обстоят дела у нас на море. Азовское море. 4 марта. Похоже, к нам вернулась зима. Еще недавно я хотел залезть в море, потому что было очень тепло. Температура доходила до 18 градусов. Было солнечно. А сейчас посмотрите. Уже стало холодно. Сейчас где-то всего лишь плюс 5 градусов. Для нас, конечно, это холодно на самом деле. Но ничего страшного. Скоро весна уже придет. Она уже чувствуется. И вот посмотрите, кто отдыхал в Голубицкой. Это пляж у бочки. Это где проход через рынок. Наверное, вы знаете, да? Вот проход через рынок от администрации. И бочка стоит. Пляж у бочки он так называется. Вот он в каком состоянии у нас в конце зимы, начало весны. Зимние шторма его размывают, видите? Но сегодня идет как бы ветер северо-западный, да. И волны очень глубоко заходят сюда, на территорию пляжа. Потом море отойдет, и пляж будет еще больше. По протяженности, по ширине. Но сегодня шторм не очень сильный, конечно. Просто ветер сюда дует на берег. Вот, посмотрите, да? Волны добивают зимой. Вот здесь они все размывают. Посмотрите, да? Бетонные сооружения. И это все разрушено волнами. Вот люди даже защитные сооружения из песка делают. Вот, кстати, они помогли. Смотрите, их не унесло. Интересно за колхоз. Да. Значит, за колхоз рулит все-таки. А так вот это вот смотрится, посмотрите, да, интересно. Возможно, здесь что-то можно найти с древних времен. Какого-нибудь ящера, да? Кости динозавров каких-нибудь. Вот, приезжайте к нам в Голубицкую на раскопки. Может быть, какие-то древние монеты удастся найти. В общем, тут у нас интересно. Летом здесь будет очень хорошо. Пляж уберут. Возможно, трактора проедут, почистят. Песка еще сюда. Ну, как бы тракторами так, да, из моря. Немножко пляж тут подровнять, расширить. Так что здесь места всем хватит. А вот там вот у нас, смотрите, вот еще, кто летом отдыхал, знает, что, ну, как бы пляж шире. Смотрите, вот там как, какое сужение сейчас во время шторма. Ну, это осенние шторма. Это ничего страшного. Не осенние, зимние шторма. Ничего страшного. Летом такого не будет уже. Будет море тихое, спокойное, хорошее. Вот у нас здесь песочек. Видите? Мелкий ракушечник такой с песком. Очень приятно. Ногам. Детям хорошо здесь бегать, играть. Они здесь просто залипают, как в песочнице в огромной, да, представляете, здесь сплошная огромная песочница. Есть вот такой ракушечник. Ракушечник. Это как раз для, хорошо для акупунктуры ног. Очень хорошо. Сначала кажется неудобно по нему ходить, когда привыкаешь, даже приятно на самом деле. Люди некоторые переживают, не будет ли там ноги колоть. Абсолютно нет, он мягкий. Ну, не мягкие, вернее, края не острые такие, они не будут резать. Видите, я рукой сжимаю, и у меня ничего не происходит с рукой. Он даже как бы лопается под ногами. Приятно так хрустеть будет под ногами. Так что, друзья, вот такая вот у нас обстановка. Сейчас я еще дам вам посмотреть на море поближе, послушать море. Вот, послушайте.
Вот так, друзья, сейчас выглядит Азовское море. Вот там вот вообще волны бьются, а бетонные заграждения. Очень интересно. Я сейчас, наверное, пойду туда, может быть, и дойду. Хотя вряд ли там затоплено сейчас. Наверное, волны не дадут мне пройти. Но я все-таки попробую. Еще, друзья, одна подписчица попросила меня посмотреть тропинку от Грязевого моря до Верхней Голубинской. Они собираются снимать там жилье тоже, голубинские, и хотят посмотреть, смогут ли они проходить там с коляской. Я сниму немножко попозже, потому что сейчас мне нельзя пока в гору ходить, я тут после операции. Где-то неделю через две я постараюсь на нее снять. Она знает об этом. Я просьбу ее помню и сделаю. А так, друзья, все приезжайте к нам отдыхать на Азовское море. Здесь очень хорошо. Мало людей, спокойно. Цены очень демократичные. Можно жилье найти на любой вкус. И дорогое, и недорогое. То есть очень хорошо здесь отдыхать. Ладно, всем удачи и всем счастья.